В Саратове огонь уничтожил часть объекта культурного наследия. Возгорание произошло на территории провианских складов Рейники. Огонь охватил деревянную постройку из сруба, а затем перекинулся на кирпичные корпуса. Это уже не первое возгорание на этом объекте. Поджог или случайность, выясняла Елена Губенкова. Яркое пламя в ночь с пятницы на субботу осветило весь центр Саратова. Огонь вспыхнул на территории объекта культурного наследия. Провианские склады купцов Рейники построили около 100 лет назад. Здание имеет огромную историческую ценность, уверен саратовский краевед Виктор Семенов. Огонь уничтожил деревянную постройку из сруба, но кирпичные корпуса практически не пострадали. Их можно и нужно сохранить. Дома имеют вот историческое значение, потому что, значит, причастность к великому архитектору. Плюс, ну, просто, значит, функционально ничего не нарушено. Там его, их здание можно использовать по назначению, значит, там хранить там какие-то продукты. Потом, ну, просто добротное такое, крепкое, краснокирпичное сооружение. Уже давно объект пустовал. Здесь не было действующей проводки, которую могло замкнуть. А значит, версию поджога исключать нельзя. Данный объект не эксплуатировался, электроэнергия была отключена. Значит, по предварительной причине пока пояснить не могу, занимаются органы дознания. Входы в здание были открыты, значит, там ворота, так, скажем так, они были на момент прибытия пожарных подразделений были не закрыты на замок. В ночь пожара, когда приехали сотрудники МЧС, ворота были открыты, и попасть на территорию мог кто угодно. Сегодня, когда огонь уже уничтожил часть культурного наследия, здесь решили закрыть все входы. В Министерстве культуры от комментариев отказываются, а вот местные жители охотно выдвигают свои версии случившегося. Говорят, ворота периодически были открыты, да и в разбитые окна часто забиралась молодежь. Местный хулиганье, стал туда лазить, вот, и бомжи не полезет на такую высоту. А это пацаны, ну вот они лазили, вдруг им пришла идея поджечь там. По-видимому, подожгли вот эти стеллажи. Точную причину пожара в ближайшее время установят специалисты. Но от нового возгорания запертые ворота вряд ли спасут. На территории объекта не так давно уже вспыхивал огонь. А значит, от еще одного пожара памятник культуры не застрахован. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.